Для подмосковных аграриев настала горячая пора. К весеннему севу приступили в сельскохозяйственных коллективах Одинцовского городского округа. Николай работает в отрасли более 30 лет. Говорит, так рано компанию не начинали давно. Все благодаря мягкой зиме и очень ранней весне. Здесь мы сеем однолетние травы. Это смесь горох, овес, вика на корм скоту, на сенаж, на силос. Для того, чтобы обработать одно такое поле, требуется около недели времени. Комплекс этапов весенней разработки полей включает в себя вспашку, баранование, удобрение, посев и химическую защиту всходов. Трактор ХТА нужен для финишной подготовки почвы перед посевом. Две дисковые секции разбивают крупные комки земли, а третья секция прикатывает и выравнивает. Два таких трактора подготавливают почву, три сеют и еще два подвозят семена. По словам руководителей предприятия, из-за пандемии коронавируса в графике проведения работ ничего не изменилось. Разве что теперь механизаторы в обязательном порядке носят маски и перчатки. Предчувствовали, будем говорить, данную ситуацию и пригласили у нас ряд сотрудников, механизаторов. Должности являются сезонные. И мы их раньше на месяц пригласили, дабы человеческий фактор исключить. Поэтому ничего не поменялось. Работаем по намеченному плану. Помимо посева и подкормки однолетних трав, продолжается и удобрение озимых, зерновых и многолетних растений. Следующим этапом будет страда, которая начнется в июле. А затем урожай отправят на корм коровам и лошадям. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».